Здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители, всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель и Паук. Ну, короче, всем привет, ребята. Привет. Здорово, да? Да. Да. Так можно я на течке-то биту запомни? Нет, нельзя. Кстати, у нас, мы добавили парочку новых модов, точнее два. Первый это на крутые постройки, которые буквально можно за 5 сек сделать. И второе, на вот такие тут прикольные дубины. Вот они. Ладно. Да. Я сейчас на тебя поэкспериментирую. Ладно, давай ты на мне. Выходим сюда. Давай, сейчас посмотрим, как ты улетишь. Ой! Ни хрена себе! Вот это бита! Батик, ты пошли меня к себе? Ты просто нахер в космос улетел. Сейчас на зомби повею. Ты просто реально там просто взял в космос улетел. Ой, извини. Ты че хрень? Это я зомбиков хотел ударить. А ты меня успел тупошнуть. Че, когда в шахту пошли? Да, наверное, в шахту. Подожди, я же обсидиан копал. Пошли обсидиан сначала накопаем. И сделаем потом супер ружье. Батик. Чего? Эту биту можно зачаровать. Нифига себе, прикинь на огонь еще. Не на прочность. Так, сейчас подожди. А где он? Я что-то его не могу найти. Прикинь еще на откидывание. А где кварц у нас? А у нас его нету. Он был где-то. Он у нас-то там на улице же, это здание. Нет, вот он нашел его. Так. Как вот. Это что такое? Кварцевая сфера. Прикол. Так, так. Явно. Как этот блок делается? Но обсидиан это и все. А вот нашел этот мечик. Нам надо, короче, дофига обсидиана. Желательно больше, потому что мы еще портал будем делать. Ладно, давай тпшимся. В ад. Какой ад? Ну типа ада. Давай тпшися ко мне. Хотя ладно, я тебя сам тпшу. Аут. Все, прикрывай теперь меня. Я тут это, значит, делом занят. Так, сколько нам примерно надо этого всего? Я чуть не посчитал даже, ладно. Хрен с этим. Нам надо штучек. Так хрен, например. Да. Братик, помоги мне. Чё? А ты посмотри ко мне, кто бежит. Убери ее чем-нибудь, а? Деревянной доской. Батик скелет. А он на меня, в лаву скинул, батик. На тебе. Хоть не меня. Не, ну ты прикольно все-таки в космос улетел. Да хватит там задыхать за спиной моей. Да я уже все. Отошел от этого. А! Кто это тебя? Ну я сам. Ладно, если честно, это мне скелет. Вот это беспощадный скелет. Тебя даже убил. Так, у нас же это мод на. Ой, путы мод. Команда на сохранение инвентаря стоит же, да? Да, стоит. Я повеял. О, батька Вадимка. Кто там? Вадима. Ну я понял, кто именно. Ну, Вадима. В скайпе что ли сидит опять козел? Да, походу. Чё у тебя там за звуки такие, как будто ты кирешки ешь? А, я зомбиков бью.
Ага, не обманывай меня. Сидишь, кириешки ешь. Да, я прям на киешка еда похож. Да. Целыми днями сидишь. И звуки не похожи. Я вот так это. Понятно. Ты где, кстати? Я вот этот домик разбиваю. Вот тут такой крутой. Давай. Тот, который ты поставил из нового мода? Да. Вот ты идиот, я тебе говорю. Я случайно, я думала, это еда. Это вон что оказалось. Все равно ты идиот. Ты знаешь, лучше этот кварц добудь. А я и так его добыл. Так. А из кварца, кварцевого блока нельзя кварц обратно сделать? Не. Значит, у нас с тобой ничего не светит. Значит, надо в ад сходить. Ну иди в ад. А у меня есть портал? Не знаю. Сделай. Сейчас все будет. Чего желаете? Смотрел-то и да. Не. Мистер Пропер еще и паркет не повредил. Ты где? Да я тут, не боюсь. Да и мне-то пофиг на тебя. Мне главное, чтобы ты кварц принес. У меня 38 штук. Кварца? Да. Обычного кварца. А, нет, блок. Блин, мне блоки-то нафига. Болван ты. Понял, кто ты? Ты ко мне-то пошнулся. Я не к тебе. Ты что гонишь, чтобы я к тебе? Ты к самому себе, а нет, домой. Е-е-е, есть, я нашел его. Нашел то, что нам надо. Нет. Там лава. Как быть, а? Два кварца, отлично. Просто круто. Три кварца. Повезло то, что вот тут есть кварц. А то бы я тебя в ад бы отправил. Ну, смешно. А чё? Джи, а ты где сейчас? Я в этом, в аду. Отвышни меня к себе. У меня проблемы. Да у тебя как не спросишь, у тебя всегда проблемы. Я просто не умею, давай. Отвышни. А то угольные блоки не дам. А мне не нафига. Ты мне кварц бы добыл бы, я бы еще согласен был. Так. Так, так. А, блин. Буквально этого одного не хватает. Посмотрим, как там делается. Ну да, легко, в принципе. После этого вот такое можно сделать. Я хочу этот мечик. Чем она и железо сделать? Мало чего. Может, пойдем за твоим модом что-нибудь найдем? А что, у меня все есть. Семена эндрагоры и другие есть. Мэндрагоры, точнее. Ну, как будто там же есть и другие, как бы, вещи. Может, пойдем деревню найдем? Как это? Пойду, вот куда иду, пойдем. Водку найдем. Давай, иди. Алкаш херов. Подожди, я смотрю. Только вот этот меч не трать, который я тебе дал. Офигеть. Можно его зачаровать. Не надо его зачаровать. Больной зачем человек. Зачем ты мне его кинул? Я тебе говорю, пока его ничего с ним не делай. Я тебе его не отдам. Окей, не отдавай. Подожди, а зачем он тебе?
Из него потом лучше можно сделать меч. А-а-а. В 10 раз. Ну не в 10, в один раз это точно. В один лайн, да. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. А зачем ты только один сделал? В смысле? У меня двоих. А где еще один? У меня. А. Ты что, рехнулся, чтобы я тебе один этот меч доверил? Да, я думал, ты себе отеки, вы такой... поломанный. Ты это, воду добыл? А зачем вода? Ты мне не говорил. Просто добыть иди. Не спрашивай зачем. Я сам не знаю. Затопите дом. Да. Так это обязательно, ты что забыл? Блин, да где тут выход? Ты откуда выход ищешь? Да. Из паутины, тьмы. Не, у нас точно обсидиана не было, а то мне так влом это копать все. Точно. Блин. Жалко. Очень жалко. О, я знаю, что нашел. Че? Угадай. Алмазы? Нет, свое любимое. Золото. Да. Не нафига твои алмазы, а? Сумасшедший ты какой-то. Пошли за его деревню искать. Пошли, я иду за тобой. Не, давай ты, короче, найдешь, я где-то пошусь. А как же ты? Я ищу. Че ищешь? Мечи. А. Обсидиан собираю. Ладно, окей. Или ты не хочешь супер-пупер меч? Так. Если так, с тобой ничего нормального нету. У меня есть. Ну да. Ты такой же бомж, как и я. Только я хотя бы приличный бомж, а ты вообще бомж-бомж. Гениально, да? Пять обсидиана. Ты меч, главное, этот не поломай. Не поломай, не поломай. Тебе зачем я тебе вообще дал? Ты бы знал, как у меня прикольный кирка двигается. Не так, ночь наступает. Батик, может, поспим? Хотя чай голову нас не отколоть. Да, вот именно, так что молчи вообще насчет поспим. А тот домик, как же? В нем же есть шелость. Ну давай, неси. Сейчас сделаю. Скоро у нас он будет, скоро. Так, где кровать ставить? Да, вот тут. Дай да. Ровно еще один этот кварцевый блок. Там есть. Где? Ой. Чай на ровно один кварцевый блок. Вроде даже 38 не хватает. Чего? Вот 39 кварцевых блоков. Где они? Дай сюда их. В золотом этом сундуке. О, спасибо. Все, сейчас я сделаю себе, а тебе нет. Почему? Да я шучу. Главное, не бей меня. У меня так все подлагивает. Надо этот меч. Сейчас еще раз этот рецепт смотрю. Так. Где меч? Вот он. Я тебе его кину. Ты что там делаешь? Да ничего. Я кровать поставил. Вот он, наконец-то, азазана. Прикольно выглядит, да? Ну. Че, его можно зачаровать? Да. Не-не-не, потом на 30-й его зачаруем. Да, кстати. Ну-ка, у нас книжки какие-нибудь есть? О, 7 книжек.
Не, нет. Подожди, а там в подвале же. Может, в подвал пойдем вниз? Ну, это надолго. Мне в лом. А сколько серия длится? Тем более я и так это столько за эту серию сделал. Серия? Да. 15 минут. Ну, короче, есть еще 8 минут. Да я хотел сейчас уже закончить, если честно. Ну да, давай до 23. До 20 давай. Ну ладно, давай. Ладно, ты тогда иди в пещеру, а я свой буду мод изучать. Подожди, я хотел как бы еще в деревню сходить. Ну или в деревню иди. А я свой начну мод наконец-то изучать. Тогда давай поспим. О, ты кровать сделал. Да. Я поспал, меня кинуло в параллельное измерение. Вася, сейчас. Из-за тебя. Блин, я до монстра сейчас. Ты хоть знаешь, где я? А, знаю. Блин, все, наконец-то. О, прикол. Я в таком месте, которое тебе лучше не знать. Из-за тебя. А, мальчик. Дикас. Так, чё, батик, у тебя там нормально? Ну, как бы два... А, вот все, отлагнуло. Что-то прогрузилось крутое, значит. Давай, подойди. Вот так тебе. Все, я поспал, потому что ты в другом изменении. Подожди, зачем ты поспал? Как я выберусь-то? Или просто на кровать надо? На кровать. Вот это вот классная хрень, конечно. Они просто в космос нафиг улетают. Но. Давай, подходите. По одному. Еще бы на почность зачаровать. Но. А у меня и так на почность. Так. Да. Чё, батик? Мне вообще нравится эта хрень. Чем? Я когда в деревню пошел? Давай. Я тогда в домике посижу. А ты что будешь делать? Постараюсь свой мод изучить, наверное. Чё я прогоняю? Ничего не буду делать. Сумасшедший ты какой-то, а? Чтобы я что-то делал. Так, там уже другой этот. Значит, еще ниже надо копать. Примерно где-то тут. У тебя там птеродактиль? Не. А что у тебя? А, это у меня. У меня вопрос, а где я свой мод буду изучать? А, по идее, где-то помимо, ты должен ходить, и там будут всякие мистические постои. Да ты что, я об этом не знаю, я вообще говорю, ты мне дай, выдели какое-нибудь место, где я мог изучать было нормально. Ну, постой там какую-нибудь площадочку, не знаю. Хотя ладно, я что-нибудь под домом нашим выкупаю. Выкупаю, но... А что у нас тут песок? У тебя лопата есть? А то я тут начинаю выкапывать. Нет. Это надолго мне влом. Нет, это бита все-таки так крутая. Угу. Так я же тебе сказал. Еще ты потом на меч зачаруешь. Даже? Да, вообще. А кто нам будет копать-то? Ты только? Ты же этот пожиратель чего-то. Ты воду добыл? А?
Воду добыл-то? Да, добыл. Нам надо это с тобой бесконечный источник воды сделать. Понял? О, музычка в Майнкрафте, как это мило, наверное. Ты-то чё вообще сидишь-то молчишь, глухой? А чё мне это? А чё? Я Пошёл. вон деревню, значит, ищу. А я это шахту копаю, правда? Прикольно. Ты бы мне бы лучше... Хотя нет, я тебя телепортирую, наверное, сейчас. Телепортировать Подождать. тебя? А зачем? Не знаю. А заканчивать будем? Не-не-не. А, да, будем заканчивать 20 уже. Подожди, стой, стой, не заканчивай, не заканчивай. А чё? А, ну не тупаши меня к себе. Хорошо, хорошо. Успокойся ты, ты чего так разошелся? Ты же мне воду добыл, да? Где она? Там в сундуке. Все, можешь спать мне к Одно себе. ведерко, мне надо два ведерка, чтобы бесконечный источник. Знаешь, я что нашел? Вот Чего? этот домик, который сейчас у нас. Я вот это там нашел. На этом вейпоинт поставил. Быть. Окей. Так, ну ладно, ребята, если вам понравилась эта серия, хотя были очень зверские лаги, мне даже сейчас лагает. Не знаю, с чем это связано, наверное. Ну, это по-любому Сашуля виноват, конечно. Даже? Ты даже можешь не оправдываться. Тебе не скрыть правду. Блин, отойди, я зачаровать хочу. А у тебя какой уровень? Маленький. А, подожди, у меня даже уровня нету, я только сейчас понял. Ты чё ни с кем не сражался? Сажался. Ну ладно, ребят, подписывайтесь, наверное. Ставьте лайки большие, вот такие большие-большие. Даже. И все. Наверное. Короче, всем удачи, респект от меня и пока. Пока.